не стали изменять работу. То есть они стали выкапывать и обратно закапывать. Они просто вокруг чуть-чуть раскопали, чуть-чуть поглубже щебенкой бетон засыпали туда, залили. И в итоге у них получилось то, что получилось. Вот я хотел спросить, вы сейчас хотите, чтобы они переделали, конечно, чтобы вот именно конкретно? Конечно. Ну я теперь понял, замечательно. Если что, я могу посмотреть за ними, чтобы действительно раздолбили. Я могу и дворника поставить сюда, чтобы он поохранял, чтобы ребятишки, потому что бетон ему надо схватить. То же самое, посидит, понаблюдает. Здесь это не вопрос. Мы потому что если вот без вашего, то есть участия, здесь ничего не изменится. Да, они прям так могут и оставить эти работы.